Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, текст у вас достаточно большой, довольно большой текст. Вот, я его, наверное, не буду перечитывать весь, потому что вы в основном пишете про человека, да, и пишете про иногда свои эмоции, вот. Постараюсь ответить вам на ваши вопросы, которые вы задаете. Вот, значит, вы пытаетесь понять его мысли, его чувства и поведение. Бесполезно. Чужая душа, потемки. Вот, что я сделала не так, как все исправить, что делать и как вести себя теперь? Будет, когда будет понятно, когда вы перестанете психоэмоционально зависеть от человека. Вот, сейчас вы от него зависимы, сейчас вы совершенно очевидно не чувствуете своей жизни без него. Вот, что является, на мой взгляд, очень серьезной проблемой и говорит о том, что вы пребываете в психоэмоциональной зависимости от человека. Вот. А когда это будет исправлено, да, когда вы вернетесь к себе, контакту с собой, да, вот, тогда, я думаю, можно будет говорить о том, как себя вести. Сейчас говорить об этом совершенно бесполезно, потому что вы от него зависимы, и как, например, мне показалось, что вы вот, ну вот, та ваша реакция, которую вы описывали, что для вас это удар, что для вас это болезненно очень, вот. То есть, ну, понятно, что это неприятно. Это понятно, что неприятно. То есть, ну, любому человеку было бы неприятно такое слышать, вот, и вы в этом плане не исключение, конечно же. Вот, но отношения могут заканчиваться, вот, отношения могут завершаться, человек может хотеть двигаться дальше, это абсолютно нормально, и то, что вы, по сути дела, не принимаете в человеке этого, вот, на мой взгляд, как раз таки свидетельствует о том, что вы через, ну, чересчур привязаны к нему, да, и вот есть ощущение, что вот как-то своей жизнью, да, вы уже не живете, вы говорите о том, что вот, что старались делать все там для того, чтобы ему было хорошо, и т.д. и т.п. Вот, это, на мой взгляд, является проблемой, потому что, ну, человек, на мой взгляд, в какой-то момент просто, ну, вот, перестал видеть вас партнера, да, а начал видеть, ну, кого-то другого. Вот. Сюда можно добавить, конечно, проблемы его собственные, которые мужчина не хочет решать, да, психологические проблемы и так далее. То есть, по сути, вы говорите о том,
что своим решением человек выбил у вас почву из почву из-под ног. Вот. Вы говорите как бы об этом, по сути. Вот. И важный момент, на мой взгляд, заключается в том, а как, собственно, это возможно? Как возможно, что вот он своим решением выбил у вас почву из-под ног? Вот. Дальше. Зачем ремонт? Стоит ли жить вместе как соседи или лучше действительно разъехаться окончательно? Ну, зачем ремонт? Опять же, можно только гадать. Я не думаю, что это хорошая идея. Вот. Пытаться угадать, что человек хочет, да, что человек пытается там вкладывать вот, в свои какие-то вот, условно говоря, предложения. Вот, то есть я не думаю, что это вот то, что действительно может как-то вот помочь вам. И вот я думаю, что это только будет увеличивать вашу от него, повторюсь, зависимость. Вот. По поводу того, стоит ли жить и стоит ли вообще что-то делать, я думаю, что вы можете решить этот момент сами. То есть я думаю, что вы можете самостоятельно спросить себя, вот, чего я хочу. Вот, и насколько для меня приемлемо то, что сейчас в моей жизни происходит. Вот. Подскажите, как лучше себя повести в данной ситуации? Ну, опять же, нужно вам разобраться в себе, есть ли шанс, способ наладить все. Шанс, способ есть, если вы обретете собственную независимость. Вы пишете, я бы очень хотела, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы снова были мы с большой буквы. Это история про слияние. Почитайте про психологическую защиту слияния, тогда вот история именно про это. Вы говорите о том, что вы не поняли, как человек так изменился. Это как раз таки связано с тем, что вы с ним оказались в слиянии. Вот. А при слиянии люди не видят друг друга. Не замечают друг друга. Вот. А интересный момент, где вы говорите, что больно от того, что он страдает, я не могу приблизиться, чтобы помочь. Можете. Вы можете это сделать. Я не думаю, что вашу помощь она тренит. Но вы говорите, что вы ему не нужны, как друг. И эта история не про то, что вы ему не нужны, как друг, а это история про то, что он вам не нужен, как друг. Потому что в данном случае мы говорим о механизме проекции. Вы проецируете, то есть переносите на человека свои собственные как раз такие вот чувства. Дальше, что касается упреков в вашу сторону и того, что вот тех как бы претензий, которые он вам высказал, то
На мой взгляд. Значит, как мне, кажется, нужно человеку объяснить самому себе, почему почему он не хочет быть, ну, допустим, с вами, да? Вот. То есть нужно объяснить человеку вот, ну, как бы, самому себе, нужно это объяснить, вот, и в итоге, на мой взгляд, человек себе и объясняет. В итоге человек себе объясняет, почему он не хочет с вами быть. Другое дело, что эти объяснения, они не имеют, ну, на мой взгляд, ничего общего с реальностью. Вот. Как мне видится, по крайней мере. И то, что вы принимаете как бы это на свой счет, то, что вы принимаете на свой счет то, что человек вот вам говорит, это говорит скорее о вашей собственной некой такой вот травмированности, скорее, в ситуации. Ну, я не думаю, что может быть по-другому здесь, потому что вам действительно тяжело пришлось, вот, авария, травма, вот, возможно, вы ее не прожили до сих пор, свою травму, вот, поэтому действительно вас это задело, однако нужно, наверное, понимать, что если вас что-то задевает, допустим, это совсем не значит, что мужчина, ну, прав или отражает, ну, реальность такой, какая она есть. То есть это может быть совсем не так, это скорее всего не так, вот. И сейчас я скажу то, что вполне вероятно, все то, что происходит, является следствием проблематики только вашего мужа, вот. Естественно, с вашим участием, то есть ваша такая вот жалостливость к нему, вот, ну, то, что вы его вот жалеете, ну, в той или иной степени, вот. А, безусловно, ему может не нравиться, потому что мужчин довольно плохо воспринимают, когда их жалеют, вот. И я думаю, что это во многом, ну, как-то определяет то, как он
ну вот, как он к вам относится, я думаю, что это во многом определяет то, как вот, он вас видит, вот, и я думаю, что что-то из этого ему не по душе. Вот. При этом человек вполне может отдавать ну, какой-то отчет себе, ну, самому себе отдавать отчет в том, что вы не изменитесь. Большой проблемой является то, что вы стали с собой работать и стали что-то менять. Вот, это действительно большая проблема, потому что это как бы демонстрирует человеку то, что вы, ну, как бы хотите и можете, условно говоря, под него прогибаться, то есть ему услуживать. Вот, это еще одно проявление, еще одно проявление механизма слияния. Вот. Еще одна форма механизма слияния. Вот. И чаще всего это вызывает ну, негатив, это вызывает желание оттолкнуть. Что, в принципе, и происходит. Вот. По поводу того, что человек хотел. Вот вы пишете о том, что он всегда хотел там со мной вот, чего-то. Ну вот, хотел спокойствия, да, хотел какой-то такой домашней, вот. Опять же, может быть, так все, в принципе, и есть, вот. Но все меняется со временем, все меняется со временем. Вот. И вполне возможно, что это изменилось и сейчас. Вот. То есть, ну, человек вполне мог измениться. Вполне мог стать другим. И вполне мог захотеть другого. Вот. Понимаете, да? О чем я здесь пытаюсь вам сказать. Дальше. Вы пишете, что, значит, для меня это стало ужасным ударом, вот, подкосила паника, страх, отчаяние, вот, то есть это как раз вот про слияние. Я спрашивал его и себя внутренне, как могли 10 лет утечь в трубу за полгода. Это вот классическая структурная конструкция человека зависимого. То есть, когда отношения,
как бы, ну вот, воспринимается как своего рода вложение, инвестиция. Вот. На самом деле отношения — это не инвестиция, и то, что вы 10 лет были, с человеком, никак не означает и никак не гарантирует, что вы будете с ним дальше, что вы будете с ним еще, что вы будете продолжать быть в отношениях. Вот. Поэтому вот тут, конечно, вот этот момент, где вы пишете о том, что 10 лет в трубу, вот, ну, на мой взгляд, конечно, выглядит, вот, опять же, как некой такой инвестиции. Вот, то есть, ну, попытка воспринимать отношения как инвестицию, что таковым не является никаким образом. Дальше. Он ответил так, что это произошло постепенно, все продолжил день с рука. Так, если так, говорю, что ему нравится, значит, так. Он сам всегда говорил, что ему нравится брать на вечера и уютнее, говорил, что ему нравится, что я такая домашняя. Если хотел что-то изменить, да, достаточно было просто сказать. Вопрос в том, что не в том, что изменить, а вопрос в том, что хочу, вы хотите вы. Вы здесь, на мой взгляд, замечаете вы это или нет, демонстрируете созависимую позицию. Вот. То есть, я не знаю, замечаете вы или нет это. Но позицию вы демонстрируете здесь созависимую. Вы как бы говорите, ну, всё от тебя зависело. Чё ты не сказал? Вот. Дело не в этом, на самом деле. Дело в том, что вас это устраивало, его перестало, он видел, что вас это, что вас это устраивало. Понимаете? Вот. Я вас не обвиняю ни в коем случае. Сейчас. Я не говорю, что какая-то вы плохая и так далее. Просто я бы хотел, чтобы вы увидели, как на него, на мужчину, перекладывается как бы ответственность вся за то, что происходит в вашей жизни. Вот. И, вероятно, этот человек тоже чувствует. И ему это, ну вот, вполне возможно, не по душе. Вот, как я уже сказал, из слияния очень часто хочется выйти. Вот. Ну, со временем. Вот. В общем-то, что он и делает. Далее, вы говорите, нужно было сказать, но далее пишется, что он по натуре очень скрытный. То есть, как бы, ну, если скрытный, о каком сказать можно вообще вести речь. Вот. Тут и про другую женщину вы пишете и так далее. Далее, вы описываете ссоры. То, что вы можете здесь сделать, это выяснить свой вклад. Свой вклад в конфликт, в ссоры.
как из-за чего ссорилась я. Да? Вот я из-за чего ссорилась. Что это были за переживания мои, что это были за чувства, вот с какими чувствами я обращалась так, да, что это приводило к, ну, к ссорам. Вот на это я рекомендую вам обратить свое внимание. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Вот. А дальше, значит, почувствовал упрек в его словах. Эта история больше про ваши собственные отношения и, вероятно, какое-то непринятие того, что происходит. Ну, опять же, вы не должны, то есть я говорю, что да, это тяжело. То есть, ну, тяжело принять это. Тяжело. Вот. Тяжело некоторые вещи принять. И абсолютно это нормально, что вы переживаете и так далее. Вот. Но, конечно, хочется обратить внимание, что что-то с собой делать вы начали именно после того, как вот эта ситуация произошла. А, вот, в принципе, то, что я могу сказать вам сейчас. А если ваша, так скажем, цель заключается в том, чтобы все вернуть, то он должен вас разочаровать, если человек не хочет возвращать, то возвращать не получится. Вот. Вы можете сами биться в закрытые двери, вот, и как-то, ну, тратить на это свои силы и энергию. Вот, в итоге ни к чему не прийти, потому что, ну, вот, мужчина действительно ощущает некую такую власть над вами. Вот, как вы сами сказали, как будто бы держит надежды. Вот. А ваша задача заключается в том, чтобы этой надежды не было. Вот ваша задача заключается в том, чтобы принять его решение. И, что важно, что очень важно, жить своей жизнью. Вот. То есть, вот, прожить боль, вот, увидеть свой собственный конфликт в том, что, ну вот, произошло, и жить дальше. А если с ним или без него, абсолютно в данном случае значения не имеет. Если ваша цель заключается в том, чтобы, значит, все вернуть, то, я повторюсь, это будет никуда. Если ваша цель в том, чтобы получше узнать себя и разобраться в себе, в этом мы помочь можем. Вот. Вот, как-то так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.